Успех у меня всегда ассоциируется с тем, что надо много работать, что у тебя ты всегда занят человек. Потому что я, когда вот стала олимпийской чемпионкой, спасибо большое всем тренерам, то у меня стало сразу много дел, сразу много предложений, съемок. Это всегда очень хорошо. Поэтому у меня успех исключительно ассоциируется с занятостью и с многочисленной работой. У каждого человека свое, можно сказать, воспитание, может свое мнение. Поэтому кто как считает нужным, так и ведет себя. Для кого-то успех – это лечь и ничего не делать, для меня это абсолютно обратное. Для меня то, что вот мне 17 лет, наоборот, это такой возраст, такое время, то, что у меня еще есть возможность проявить себя в чем-то другом, в чем-то новом. Допустим, если бы я еще осталась на 4 года еще на следующую Олимпиаду, в 21 год мне уже было тяжело принимать какие-то решения и менять профессию так кардинально. А сейчас у меня есть возможность, так как у меня еще все впереди. Для меня всегда была такая установка, что надо никогда не опускать руки, всегда работать до конца, все делать. И даже когда очень трудно, надо продолжать работать. Если ты работаешь, обязательно что-нибудь получится. Просто так ничего не бывает. Это в любом случае, и не только в спортивном. Поэтому это мое, так сказать, жизненное кредо.